Белгородской области стартовали публичные дебаты среди участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Впервые они ведутся открыто с прямой трансляцией в интернет. В дискуссии принимают участие как опытные политики, так и новички, а также представители общественности. В Государственной филармонии прошел концерт детей белгородских музыкантов во втором и третьем поколениях. Самым необычным было выступление единственного в регионе шумового оркестра под руководством 5-летнего дирижера. Ансамбль народных инструментов Пятницкой детской школы искусств отметил юбилей. На праздничном концерте прозвучали не только народные мелодии, но и музыка современных композиторов в аранжировке руководителя коллектива Алексея Суханова.